знаете про спорт. Ребята, вы занимаетесь спортом, да? Интересно, как вы занимаетесь. Наверное, делаете по утрам зарядку. Кто делает по утрам зарядку? Есть такие? Ребята! А кто плавает? Есть такие? А кто играет во дворе в футбол? Хорошо, ребята, сейчас мы тогда узнаем, что вы знаете про спорт. Ну-ка, гонщик, неси скорей, скорей, мой волшебный, волшебный планшет. Ребята, там написаны разные спортивные дисциплины. Если такой спорт существует, то вы хлопаете в ладоши и кричите «да». Ну-ка, попробуем, как нужно хлопать? Ну-ка, покажите, как вы умеете хлопать. А если такого спорта не существует, нужно топать и кричать «нет». Давайте-ка попробуем. Нет, ребята. Ну что, ребята, бывает ли спорт футбол? В ладоши похлопали. А бывает ли баскетбол? Баскетбол. А да. Бывает ли кошкабол? Нет, ребята, нет, потопали давайте-ка. Бывает ли гимнастика? Гимнастика бывает? Да. А бывает ли зубастика? Ой, нет, не бывает. Молодцы. Вон они.
Ложками подумай.